Распаковка Coach. Сегодня у нас было две покупочки в этом магазине. Одна из них моя, второй это будет подарок. Поэтому сегодня распакуем тот, который мой, а подарок будет чуть позже. Ну что, поехали? Все же уже, наверное, поняли, что это. Распаковка. Короче, сейчас сначала покажу свою. Та-дам! Сумочку. Опишу вообще, какая она. У меня, во-первых, у меня такого цвета еще не было. Как вы уже, наверное, заметили, то, что все мои цвета это более такие бордовые, коричневатые. Вот. А это вот такая вот, первая такая. В общем, здесь идет, сначала давайте, здесь вот идет такой кармашек. Далее идет на магнитики. И очень, видите, в принципе, то, что она маленькая, но очень много кармашков в ней. Вот. И еще один кармашек маленький. Сама расцветка, мне кажется, то, что очень классная. И плюс еще вот такой вот у нее идет ремешок. Именно такой, знаете, железная цепь. Но как мне нравится то, что эта железная цепь, она такая блестящая прям. Она более как матовая, что ли, поэтому сочетается и смотрится очень хорошо. В принципе, вот такая вот у нас покупочка. Я не знаю, видно, нет. Вот так, может быть, мне очень нравится. Я прям безумно довольна. В общем, теперь буду с ней очень часто. Расскажу вам так, вкратце. В этом магазине мы уже обслуживаемся очень давно, поэтому у меня здесь есть мой любимый менеджер. Вот, я даже знаю, как ее зовут, Медын. Девушка такая очень хорошая, очень такая, знаете, внимательная. Очень много чего делала в том плане, то, что когда мне нужны были какие-то вещи, она делала перемещения, именно, да, вот звонила, ну, писала смс. И очень часто, даже когда мы не ходим за покупочками, мы каждые выходные стараемся зайти и подарить ей какие-нибудь сладости. Вот сегодня мы отнесли казахстанскую шоколадку. Она прям безумно, знаете, она меня уже видит, тоже мне там напитки дает, водичку какую-то дает, ну, как бы, и уже говорит, вы меня так закормили сладостями, что я прям, мне аж неудобно. И плюс она сегодня не ожидала то, что мы ее будем ждать с обеда, потому что я все покупки хочу делать именно у нее, только у нее. И уже все в магазине знают, старшие менеджера, кассиры, уже все знают то, что я обращаюсь только к ней. Вот, как-то так. Ну, не знаю, мне она очень сильно нравится, поэтому вот такая вот сегодня у нас покупочка. Это подарок на нашу годовщину, она у нас будет завтра, 14 апреля. Вот, это подарочка от Николая. А вторая распаковка у нас будет чуть позже. И еще подарила она мне вот такие вот, ну, их два, они одинаковые. Это получается ароматизатор для вещей в шкаф. Вешаете в шкаф от Coach. Я еще пока не знаю, какой аромат здесь. Ну, очень приятно. И плюс сделала очень хорошую скидку нам и дала купон на мой день рождения, который будет в ноябре. Тоже со скидкой, по-моему, то ли в 50 тысяч, то ли 50%. Вот немножко недопоняла. Ну, не суть, потому что в ноябре будет известно. И, в общем, вот такие вот подарочки она мне дала. Помимо того, что мы сегодня еще попили водички. Вот, вот такие вот подарки. А это вот такой вот красивенький, аккуратненький пакетик. Это подарок, который будет распакован сначала мной. Ну, в том плане, то, что я буду снимать, когда человек будет распаковывать, а потом уже закину, ну, поделюсь с вами. Поэтому будем ожидать. Ну, я так думаю, то, что, наверное, на этом все. Всем пока!